со мной по крышам, ну там вертолеты и все такое. Да, ну да, слушай, извини. Не, я хотел сказать, ты вроде навтыкался делать эти мои фокусы с дымом. Ну да, а теперь хочу научиться еще одному. Ты сбежал из башни, но как тебе удалось пробраться через баррикады под током? На крыше трансформатор, который нужно вырубить. Но это тебе нифига не поможет. Там все забронировано, охраняет все это дело добрая половина ДЭЗа. Да, но если мы будем действовать вместе... Слушай, моя специальность сбегать, а не прятаться. У нас обоих свои причины ненавидеть Августину. У нее есть то, что нам нужно, но мы должны действовать не на ее, а на наших условиях. Надо выманить ее из этого замка сюда, где у нас есть шансы. И что предлагаешь? Помнишь ребят, которые были со мной в фургоне? Ранеру и Юджина? Наверное. В общем, Дез их сцапал. Что? Прямо сейчас. Вот из-за чего весь сырбор. Наверное, она решила так компенсировать мой побег. Отправляет их на бетонную платформу, которую Дез построил между двух островов. Надо им помочь. Напротив той платформы есть пирс. Встретимся там после заката. До встречи. Реджи, Юджин и Проныра... Я знаю, знаю. У нас с Хэнком есть план. Штурмуем остров, выносим всех охранников Деза, а потом... Элсин, я подумал, уже слишком много людей погибло. Нормальных людей. Нормальных? Редж, давай уже без этого, а? И я не хочу смотреть, как ты убиваешь еще. Ради спасения пары биотеррористов. Реджи... Я же коп. Я должен такое предотвращать. Позвони мне, когда все будет кончено, и мы поедем домой. И еще. Этот Хэнк... Не доверяй ему. Редж, ты что тут делаешь? Смотри, вон там люди. Им нужна помощь. Не биотеррористам, не... проводникам, людям. Но спасибо. И спасибо, что ты здесь со мной. Зачем нам тут коп? Это мой брат, ясно? Мы с ним вместе. Ну, какие мысли? Я тут прикинул. Лучше зайти со стороны причала. Там не заметят. Вы включите свой этот... дар, отвлечете их дымовым шоу, а я пока на лодке проберусь внутрь. Почему ты идешь первым? Потому что я коп. И могу реквизировать лодку официально. Ты сопрешь лодку. Я тебя посажу. Он не шутит, да. Но тогда до скорого, да? Да. До скорого. Поосторожнее. Короче, пойдем туда, наведем шороху. Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться на остров. И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Зря ты копа притащил. Ох, зря. Ха, забавно. Про тебя он говорил так же. Все, пришли. Сиганем туда и попадем прямо к этой курве на остров. Это точно? Эй, в этой башне я такого насмотрелся. И еще. У них там есть этот дрон, от которого получаешь способности. Откуда ты знаешь? А круто взять новую способность, а потом уж оттоптаться на Августине. Идем. В общем, план такой. Жахнем по несущим опорам. Они застремаются, пошлют бойцов на разведку. Мы их уложим, а там уже Августина сама к нам прибежит. Ага, что я говорил? Прости, что не доверял тебе. Так тебе. Это тебе за Кирдан Кей, сволочь! А ведь мы сломаем эти штуки. Побереги силы, пацан! Ха-ха-ха!
еще, гады! Нечего было ко мне лезть! Будешь знать, что такое первый уровень! Это тебе за Кирдан Кейс, сволочь! Вместе мы крутые, чувак. Если уж валить Августина, так вместе. Готов попробовать новую силу? Послушай, а как ты... Идем. Она вот-вот будет здесь. Иди сюда, посмотрим, что это за сила. Вдруг перестал мне доверять? Не знаю, тут что-то не так. Позвоню-ка я Реджи. Хэнк! О, Хэнк, ты не подвел меня. Я все сделал, теперь твоя очередь. Ах ты, сволочь, я тебе верил! А ты не верь уголовникам. Мы вроде нашли твой размер, но... примерь все-таки. Мой брат про это узнает. Он тогда... Он тогда что? Ты чуть не убил меня! А каково мне там было с ангелами? Ну, вставай! Иди, сниму с тебя наручники! Сюда! Я прикрою! Редж, она еще жива! И сейчас вернется, а из-за дурацкого бетона у меня отключились все... Сюда, я прикрою! Редж, она еще жива. И сейчас вернется, а из-за дурацкого бетона у меня отключились все способности! Что случилось? Ловушка. Хэнк преподнес нас Августине на блюдечке. Я так и знал. Я же говорил! Не понимаю, зачем ему это было надо? Да он же подонок! Чего еще от него ждать? Пусть у тебя и суперспособности, но послушать родного брата не помешало бы. Надо торопиться. Так с Августиной биться нельзя. Так, забирайся! Пытаюсь! Какого хрена? На прицеле! Гранаты кончились. Да. Придется по старинке. В смысле? А, клади руки сюда. Не дергайся. Вот и все. Я знал, что ему нельзя доверять. Ладно, ладно, ты был прав. Признаю, что зря я тебя не послушал. Ага. Ну, раз уж мы здесь, давай спасем этих двоих людей. Как ты нас вытащишь? Придется по вам стрелять. План такой, в духе мистера Копа. А мне нравится этот мистер Коп. Зараза. Берегись! Все, хватит! Не трогай моего брата,
сука! Господи! Реджи! Черт! Реджи! Зараза! Делфин! Делфин! Слушай, отпусти меня. Нет, я тебя вытащу! Отпускай, я смогу, или я смогу. Мы оба сдохнем! Брат, я так тобой горжусь. Всегда гордился. Нет, Реджи, не надо! Люблю тебя! Чудовище!